С 1 апреля на трассах Верхневолжья вводится временное ограничение движения грузового транспорта. Решение направлено на обеспечение сохранности трасс в весенний сезон. В течение всего месяца автомашинам с массой от 20 тонн запрещено будет ездить по шоссе с асфальтобетонным покрытием, а грузовикам массой от 10 тонн на автодорогах с переходным типом покрытия. С перечнем трасс, на которых будет введено ограничение, можно ознакомиться на официальных сайтах областного министерства транспорта. Выдача специального разрешения на проезд тяжеловесного и крупногабаритного транспортного средства производится и осуществляется через личный кабинет перевозчика на сайте Росдормониторинга.